Об этой новости сообщили сегодня утром. Дорогие наши зрители, мы вновь с вами на нашем YouTube-канале. После смерти Юрия Шатунова слухи о причине его ухода пока не утихают. Точку в этом вопросе решил поставить директор солиста «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов. Толки, что легенда 90-х мучился из-за проблем с сердцем, не выдерживают критики. Мама Шатунова действительно умерла из-за больного сердца, но сам певец на такие проблемы никогда нам не жаловался. По словам его директора, трагический финал жизни Юрия Шатунова был связан не с плохой наследственностью. Нервы музыканта были не к черту на фоне борьбы за права исполнять свои песни. Чтобы исключить риск наследственных сердечных заболеваний, мы неоднократно проверяли Юрия на сердце, и никаких отклонений не было. Суды последних лет сильно дали тяжесть на его здоровье. Давайте, друзья, подпишемся на наш канал. Будем всегда помнить и любить нашего любимого певца Юрия Шатунова. Жмите на колокольчик, только в таком случае вы не пропустите свежие выпуски, которые мы делаем для вас и которые выходят на нашем канале каждый день. До скорых встреч, дорогие зрители нашего YouTube-канала.